В Одессе прошел 12-й международный черноморский контейнерный саммит. В мероприятии приняли участие руководитель администрации морских портов Украины Райвіс Вецкаганс, директор департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Александр Басюк, начальник администрации Одесского морского порта Игорь Ткачук, представители отечественных и стивидорных компаний. На этом слайде я тоже отразил те цифры, которые у нас сегодня существуют по поводу объема контейнерных перевозок, начиная с 2012 года. И, наверное, хотел бы высказать объемную тоже позитивную динамику того, что на сегодняшний день мы видим, что по сравнению с другими направлениями, именно мировыми, все-таки присутствует у нас перерост. Можно обрисовать тому, что еще более длинный период до этого, до 2013 года, объемы были другие, но сегодня, по-моему, самое главное – это определенная позитивная динамика, которая существует на сегодня на Черном море, и мы видим, что прирост все-таки стабилен с 2015 года. Традиционно саммит проводился как смотр контейнерных сил Черноморского региона, где после значительного падения объемов контейнерных перевозок вследствие мирового экономического кризиса в 2009 году происходит уверенное восстановление рынка. Отрадно, что градообразующее предприятие «Одесский порт» по-прежнему сохраняет лидерство во многих направлениях. Сегодня Одесский порт есть лидером в перевалке контейнеров в Украине, и это, я этим горжусь, это достаточно хороший результат. Но еще раз говорю, что есть объемы, мы можем увеличить свои мастера практически в два раза. Ну, есть куда стремиться. На сегодня мы услышали, и компании выступали, и мы услышали и представители министерства о том, какие планы и задачи ставит министерство в развитии этого бизнеса, в помощи бизнесу. Знаете, как бизнес говорит, не мешайте нам, мы сами все сделаем. Вот наша задача, как и государственные структуры, государственного предприятия, администрации морских портов, помогать бизнесу и не мешать. Ну и, соответственно, сделать возможными уменьшение тарифов и скорость прохождения обработки грузов быстрее. Что для этого было сделано нами, это конкретно, мы запустили новые составы вместе с железной дорогой, мы запустили новые составы в трех направлениях. Сейчас идет работа о запуске еще в трех направлениях в ближайшее время. Это дает возможность увеличить скорость обработки и доставки по конечному потребителю контейнеров, грузов, которые люди заказывают. Сегодняшний день, можно констатировать, что у нас в Одесском порту начаты три огромных проекта, которые на протяжении большого количества времени были заторможены, не работали, стояли. Это как строительство контейнера, терминала и, самое главное, волнолома, который утонул 5 лет. Мы продолжили работу, уже работы идут, и сегодня можно выехать посмотреть, что ведутся работы. Мы начали реконструкцию причала номер 7. Работы уже идут и достаточно активно. Мы начали буквально с понедельника реконструкцию первого причала, причала 1З. 3 года или 4 даже работы были приостановлены, никаких не велось. Финансирование, утвердили финансовый план, прошли согласование проектной документации Кабинет министров, получили полностью пакет дозволенных. Это то, что сегодня делается. Ну и самые главные такие шаги, это, конечно, ремонт эстакады. Это то, что дает возможность сегодня ездить по дорогам, по эстакаде в Одесском порту. Мы отремонтировали приблизительно около 100 миллионов денег. Это реконструкция морского вокзала, фасада. То есть это поточные ремонты, которые каждый день работают. Это улучшение сегодняшний день переездов железной дороги. Есть проблемы, над которыми работаем, и которые решение проблем дадут возможность увеличить объемы обрабатываемых грузов. 12-й международный черноморский контейнерный саммит, как и ожидалось, собрал лучших специалистов в области контейнерной логистики из всех стран Черноморского региона, предоставив им возможности для плодотворного общения и выработки важных решений.
И хочется верить, что подобные мероприятия важны не только для региона, а и для Украины в целом, ведь способствуют увеличению объемов контейнерных перевозок, а значит, процветанию нашего государства.